Привет, друзья! По просьбам телезрителей рассказываю о своих гирляндах, о своем освещении карповой палатки. Наверняка всем знаком этот тусклый свет, монтажный столик, под которым мы всегда что-то мудрим, изобретаем. Но я пошел по другому пути и соорудил вот такое вот интересное себе освещение. Наверняка всем знакома ситуация, когда поклевка, ночью мы ищем тапки, налобные фонари, в итоге выбегаем босиком, а еще хуже, когда и вход не можешь найти, если с вечера рыбалка удалась. Так вот, я придумал такую интересную приспособу. Это обычный аккумулятор. 12-вольтовый аккумулятор. Можно использовать из-под эхолотов, аккумуляторных больших машин. Проводок очень удобно продевать и все это настраивать под крепежи для капсулы. Ну, просто это у меня такая палатка, и мне так удобно. А вообще у меня в планах именно под монтажный стол сделать, обрезать маленькими кусочками и сделать такую пластину на гибкой, такой фонарик гофровый, чтобы можно было сюда прикрепить спокойно, и свет непосредственно падал на монтажный стол. В основном же я сплю при вот таком тусклом освещении, где все видно. Ложась спать, конечно, обязательно нужно поставить тапки, фонарь положить в нужное место. Ну а чтобы комфортно всегда здесь сидеть, я использую вот такой вот выключатель. И вот теперь смотрите, какое здесь у меня освещение. Можно сказать, как днем. Здесь около 15, и там около 15 светодиодов. Этого аккумулятора хватает на трое суток, если его включать примерно в 9 часов и выключать с рассветом. То есть для обычной сессии этого вполне достаточно. Это при условии том, что работают два этих светодиода. Если же будет работать один, соответственно, можно в два раза больше увеличить длительность данной работы аккумулятора. Очень удобно, когда нужно полностью все выключить. Я второй выключатель пока еще не сделал, просто прикручиваю сюда, вот, и сплю в полной темноте. А когда нужно выходить, просто нажимаешь на кнопочку, у нас светло, выход есть, можно быстренько кооперироваться, все найти, взять необходимое, налобный фонарик и выбежать. Вот, ничего хитрого, можно тут придумывать еще массу вариаций, как и что, куда тут разместить. Но вот на данный момент пока у меня все выглядит вот так вот. Все это аккуратненько в бок складываю, чтобы ничего не мешало. Единственное, вывожу только выключатель под удобное место, чтобы, ну, когда встал, сразу раз и раз выключил, включил. Вот, ничего хитрого и удобно. Всем советую. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Пока.